Сейчас мы сыграем для вас очень-очень популярную песню во всем мире, композицию джазовую. В нашей стране почему-то она еще больше популярна, чем где-либо. Это, конечно же, эллингтоновский «Караван». В нашей стране у этой песни особая история. Практически ни один концерт, ни одного коллектива не обходится без этой мелодии. И все началось с удивительного музыканта и вообще очень удивительная история. Был такой трубач Эдди Ростов, который попал в нашу страну очень печальным образом и из нее уехал, потом еще более печальным образом. Про это мы рассказывать не будем, но во время войны его оркестр был эвакуирован в Киргизию, где он создал свой вариант среднеазиатский караван. Сейчас мы попробуем для вас что-то подобное изобразить. Мы, кстати, были в Киргизии, и нам там сказали, что мы не похожи. Но надеюсь, вы не похожи.